Всем привет, ребята! Раскрыты цены, обновленные раскладушки и кнопочные звонилки компании Nokia. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Совсем скоро на выставке IFA 2019 Nokia покажет сразу несколько новинок. В сети появилась информация о стоимости обновленной раскладушки. Вдобавок стало известно, что Nokia планирует выпустить еще одну модель, Nokia 110, цена на которую также была раскрыта. Кодовый номер гаджета, оригинальная модель которого вышла еще в 2009 году, засветилась в базе данных китайского агентства связи CC Nokia TA1170. Согласно опубликованной информации, Nokia 2720 2019 года выпуска получит поддержку 4G и позволит владельцам установить сразу две сим-карты. По словам инсайдеров, предположительная стоимость устройства составит 116 евро. Оригинальный телефон работал на базе платформы Nokia S40, поддерживал запуск Java-приложений, протоколы электронной почты, MP3. В модели была 1- и 3-мегапиксельная камера с возможностью 4-кратного цифрового приближения и записью 2-минутных видеороликов. Вот это были раньше телефоны. Помимо Nokia 2720 компания планирует привести на IFA 2019 и новую Nokia 110. Модель получит поддержку 2 сим-карт и будет стоить $31.35. Презентация модели может состояться 5 сентября вместе с анонсом смартфонов Nokia 5.2, Nokia 6.2 и Nokia 7.2. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Nokia не ошибается, когда выпускает такие смартфоны. Действительно, они находят своих покупателей, и даже моя мама купила себе такой. Они такие кнопочки большие, чтобы не перепутать, куда нажать. Но все же, на мой взгляд, эта ниша вообще пустует. И Nokia занимает тут лидирующую позицию. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.